Peggy 18. Добро пожаловать в Чикаго, город ветров и больших амбиций. Ubisoft воплотила Watch Dogs, увлекательную песочницу, где новые удивительные возможности на каждом шагу. Исторические достопримечательности и улицы города создаются с помощью новейшей графической технологии, разработанной специально для Watch Dogs. Динамичное освещение, погодные эффекты, физика — все это наполняет жизнью каждый элемент игрового мира, создавая яркий, живой город. Чикаго — шумный мегаполис, разнообразный и многоликий. Каждый его житель уникален, и каждый по-своему реагирует на происходящее вокруг него. В Watch Dogs улицы города по-настоящему оживают, благодаря бесчетному числу самых разных людей. Все друг с другом связаны. Вы можете взломать жизнь любого, прослушивать чужие телефонные разговоры или музыку, просматривать учетные записи, выискивать преступников, нарушать коммуникации, управлять светофорами, проникать в частные дома. Любой из горожан может оказаться ключом к удивительным секретам или послужить началом самых неожиданных событий. В Watch Dogs возможности сами находят вас. Вашей власти обширная цифровая сеть. Но помните, что у каждого решения будут последствия. Полиции не нужен народный мститель на улицах, а средства массовой информации не преминут рассказать о вас в новостях. Вы можете оказаться в самых неприглядных уголках Чикаго. Перейдете дорогу не тому человеку, и за вашу голову будет назначена награда. Город создан так, чтобы удивлять. Каждый горожанин может оказаться жертвой, убийцей или даже другим игроком, проникшим в вашу игру. В Watch Dogs главное — оставаться на связи. Так вы можете бороться с другими участниками сетевого сообщества. Любой может оказаться врагом, тем, кто следит за вами и ждет, когда вы оступитесь. В Watch Dogs у вас будут безграничные возможности, которые заставят наблюдать, искать и изучать новые способы взаимодействия с миром. Ключи ко всему городу у вас на ладони. Напрашивается вопрос, как вы используете эту власть?